Вчерашние события в Киеве – это шок. В стране начинается гражданская война. Как в любом конфликте, в этом виноваты обе стороны. Но вина власти больше, просто потому что она власть. А после вчерашних событий руки у власти по локоть в крови. Я вступал в партию регионов в 2005 году, когда она была в оппозиции, и с ней связано почти 10 лет моей жизни. В партии много порядочных людей, но сегодня их голос не слышат. Я обращаюсь ко всем вам, не бойтесь. Сегодня страну ведут к катастрофе. И эту катастрофу почувствует каждый гражданин Украины, в каком бы регионе страны он ни жил. И потому я не могу оставаться во власти. Я принял решение выйти из партии регионов Украины и уйти с поста первого заместителя председателя Одесского областного совета. Сил и разума всем вам!